Награда. Лучшее достижение в этом упражнении – 33 подъема. Он является чемпионом Латвии. Тренируется под руководством Сергея Арбузова. На втором помосте Гинтарас Винишкис, Латвия, поправка Литва, спортсмен 1967 года рождения, он является мастером спорта, тренируется самостоятельно, его собственный вес 68 килограммов ровно. Лучшие достижения в этом упражнении 30 подъемов. Он является чемпионом Литвы. Прошло 2 минуты. На третьем помосте мастер спорта международного класса Сергей Меркулин, Российская Федерация. Спортсмен 1969 года рождения. Собственный вес 72 килограмма ровно. Лучшие достижения в этом упражнении 75 подъемов. Он является чемпионом Российской Федерации, чемпионом Европы и чемпионом мира. Тренируется под руководством Каськова и Малькова. На четвертом помосте выступает мастер спорта Михаил Виноградов Российской Федерации. Спортсмен 1971 года рождения. Собственный вес 76 килограмм 850 грамм. Лучшие достижения в этом упражнении 69 подъемов. Прошло 3 минуты. Он призер чемпионата России 2008 года. Тренируется под руководством Кириллова. Прошло 4 минуты. Прошло 5 минут.
Прошло 6 минут. Напоминаю, на помосте мужчина весовая категория 68 килограмм. Янис Дёкотс, Гинтерес, Нишис. Весовая категория 73 килограмма Сергей Микурин. И весовая категория 78 килограмм Михаил Виноградов, Российская Федерация. Прошло 7 минут. Прошло 8 минут. Приготовиться спортсменам седьмой смены. Прошло 9 минут. Пошла последняя минута. На первом помосте закончилось выступление. Денис Догас. 42 подъема. Осталось 30 секунд. На втором помосте Гинтерес, Нишкис, Литва, 34 подъема. Осталось 15 секунд. Пять, четыре, три, два, один. Стоп! Сергей Меркурин, третий помощник, 71 подъем. Четвертый помощник Михаил Виноградов, также зафиксирован, 71 подъем.